В мире так много чехлов для телефонов. Выбрать один невозможно. От этих игр я проголодалась. Хорошо, что холодильник всегда при мне. На чехле мятного оттенка рисуем полки холодильника. Заполняем продуктами наклейками. Добавляем дверцу из пластиковой упаковки. Крепим на петли из фоамирана. Пусть будет... кола. О, да. Можно играть дальше. Что? Без одной минуты шесть? Все. После шести я не ем. Главное – держаться подальше от телефона холодильника. Нет, даже не думай. Нельзя трогать телефон. Я ведь на диете. Элис, почему не отвечаешь? Я устала тебе звонить. Я не могу. Уже слишком поздно. А у меня режим. Никакой еды, прости. Голод не дает Элис спать. Холодильник, еда. Поиграю немного. Все равно проснулась. Нэнси и Аманда обожают фастфуд. Девочки снова с бургерами. Фастфуд – это вредно. Но если совсем немного, то можно. Из мастики лепим бургер. Через терку делаем картошечку фри. К чехлу клеим детали из бамбуковых палочек. Покрываем акрилом. Клеим подложку. Вкусно. Мисс Мэйзи идет. Прячь бургер. Успели. Элис, никакого фастфуда в школе. Съешь яблочко. Яблоко? Нэнси, Аманда, вы молодцы. Мисс Мэйзи ушла. Достаем бургеры. Это нужно запомнить. Что с моей камерой? Совсем запылилась. Сейчас вытру. Это же Simple Dimple. Здорово. Внимание, экзамен начинается. О, нет. На этот случай у меня как раз готов чехол. В чехол вкладываем шпаргалку, наводим формулы 3D-ручкой. У меня есть все ответы, осталось только переписать. А это что? Неужели шпаргалка? Упс. Показывай, что там у тебя под партой. Не списывать. Экзамен закончен. Эта шпаргалка – настоящая удача. Теперь я легко проверю работы. Очередной урок географии. И не самый увлекательный. Но Нэнси нашла себе развлечение в телефоне. Нэнси, я кому рассказываю? Простите, мисс Мэйзи. Все запомнили, где находится Мертвое море? Чехол поп-ит. Игра продолжается. Нэнси! Упс. Вау, поп-ит, можно? Снова отвлекаетесь? Поп-ит, я с вами. Энди ждет девушку. Она просто опаздывает. Но почему она не написала? Да, парень, она точно не придет. Не повезло тебе. Не отвечает. А я так долго выбирал букет. А может... Нет, хватит, я ухожу. Бедняга. А букет мне пригодится. Незнакомец подарил цветы. Отправить. Что? Вот это да. Я тоже могу сделать классную фотографию. Прозрачный чехол. Заливаем смесью для интуитивной живописи. Из полимерной глины лепим доску для серфа. Запекаем.
Декорируем в гавайском стиле. И крепим на чехол. Фото на Мальдивах готово. Отправить. Что? Ну когда она успела? Привет! И почему ты не на Мальдивах? Это была шутка. Хотела показать тебе новый чехол. Мне пора. Мисс Мэйзи, добрый день. Привет, девочки. Не обращайте внимания. А где Нэнси? Не знаю. Похоже, она забыла свои фотографии. Лицо слишком засвечено. Не лучшие снимки. Привет, девочки! Ого, дело не в фотографии. О, согласна. Нужно добавить хайлайтер. На чехол термоклеем крепим хайлайтер. Так намного лучше. Мои фотографии, спасибо. Может сказать ей, не стоит. Хлебцы и салат – это так скучно. Привет. Шоколадка? Какая аппетитная. Томми, можно и мне шоколадку? Пожалуйста. Ну ладно, за поцелуй в щеку. Согласна. Держи. А поцелуй? Точно, сейчас. Это что? Мой любимый чехол. Красивый, правда? Из воздушного пластилина лепим зубы. На чехол приклеиваем пластилиновые губы с зубками. Покрываем чехол акрилом. Красим губы. Добавляем искусственную зелень между зубов. Фу, гадость. Как вкусно. А вот результаты ваших тестов. Ура! Отлично! Почему такая низкая оценка? Я молодец. Мисс Мэйзи, можно вопрос? Конечно, Стейси. Можно ли улучшить мои оценки? Но у тебя и так самые высокие оценки. Ты умница. Пока Стейси занята, я кое-что подправлю. Из полимерной глины лепим миньона. Запекаем по инструкции. Из ластика делаем швабру. Приклеиваем миньона на чехол и добавляем швабру. Ты слишком зазналась, вот так. Двойка с минусом? Это невозможно. Мисс Мэйзи! Кто-то исправил оценку, но кто? Энди? Нет. Аманда? Ну, конечно. Аманда наказана. Она вытирает разрисованные студентами книги. Ну вот, я сказала то же самое. У меня уже фильм начался. Что за фильм? Смотри. Не видно? Просто нужны 3D-очки. Так, получше? 3D-очки приклеиваем к чехлу. Добавляем широкую улыбку. Видеосъемка в кинозале запрещена. Это всего лишь мои очки. Прошу прощения. Приятного просмотра. Фух. На чем мы остановились? Мисс Мэйзи, я правильно понял домашнее задание? Мисс Мэйзи отвлеклась и полила телефон Энди. Мисс Мэйзи, смотрите, мой телефон позеленел. Попробую смыть траву. Время стричь газон. Покрытие для искусственного газона крепим на чехол для телефона. Вау, еще и цветы выросли. Это вам. Спасибо. Моя собственная клумба. Здорово. Пойдешь со мной на бал? На бал? А что ты наденешь? И правда, что? О, костюм с галстуком. Главное, правильный ракурс.
На фетре чертим выкройки деталей. Вырезаем. Собираем мужской костюм и клеим на чехол. Готово! Уже купил костюм. Отправить. Вау! Мне срочно нужно платье. Где же он? Что? Энди, а где твой костюм? Ну что ты, это всего лишь чехол. С ним на бал и иди. Нэнси! Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, какой чехол понравился тебе больше всего. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.